Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Рейд Темные Легенды. Заходи в игру 7 дней и получи эпического героя поддержки. В общем, недельку нам нужно заходить. Ну, а пока мы получаем с вами, и я так понимаю, это броня. Забираем, конечно же. Так, ну что же, давайте посмотрим ежедневный набор бойца. Нет, это мне не нужно. Скоро. Повелители огня, мы призываем вас. Оборотни, мы призываем вас. Великаны и полулюди, смертные и демоны, святые и нечестивцы, мы призываем вас. Подчинитесь нашей воле и воле арбитра. Услышьте зов осколков и придите. О-о, ребята, по-моему, будет какая-то жесть. Ты посмотри, вурдалаки, оборотни, какие-то тут демоны, скелеты. О-хо-хо, видимо, какой-то ивент будет скоро. Так, у нас 9 новых героев. Блин, красота. Ладно, ребята, мы с этим совсем попозже разберемся. Давайте вначале посмотрим, что нам доступно. Сундучок. Так, забираем доспех. Кстати, этот доспех нам нужно повесить на нашего Гарика, да? Если я не ошибаюсь. Хоть его, правда, и не Гарик звать, а Галик. Ну, мне хочется его Гариком звать. Давайте вот это вот мы с вами снимем. Погоди-ка, зачем нам? Ничего не надо снимать. Просто берем и надеваем. Вот. Знаете, что я хочу сделать? Я хочу его улучшить. И сделаем мы это, пожалуй, на 10 попытках. Поехали. Отлично. А дальше что? А дальше-то кто будет делать? Мне приходится самому улучшать. Я вообще-то думал, что сразу 10 попыток будет, и все. Так, задание выполнено. Какое-то у нас. Давай так сделаем тогда. Хорошо. Плюс 5 уже, ребят. Ай, красота. Здоровье 18%. То есть максимально 40 можно сделать. Ага. Опс, не удалось. Не удалось. Все, отлично. Плюс 7. Пускай так и остается. Не будем рисковать, у нас так денег в обрез. Слушайте, а когда вот это вот у меня откроется? Это я должен получить вот такую вот звездность? Скорее всего, так. Ну-ка, посмотрим навыки. Ух ты, восставший из ада. Смотрите-ка, мы что-то можем сделать. Атака по всем врагам накладывает на себя бонус скорости 30% на 2 хода. Урон зависит от атаки. Ага, навык после развития. Атака по всем врагам. Шанс критического удара плюс 15% накладывает на себя бонус скорости 30% на 2 хода. А как мне это сделать? Как улучшить? Вот что меня интересует. Хм. Ведь что-то же нужно, так ведь? А что, пока непонятно. Здесь тоже, но у нас свитки. Свитков, к сожалению, пока еще мы с вами не заработали. Может быть, где-то дальше все это будет? Гарик, успокойся, хорош танцевать уже. Растанцевался здесь он мне. А ну-ка глянем сейчас на мою... На мой сущий... Как тебя величать-то, барышня? Боевая жрица? Просто и все? Не может такого быть. Такого не может быть. Мы что-нибудь на тебя можем повесить? По-моему, нет, к сожалению. Ладно, хорошо. Просто, насколько я помню, мы сейчас с вами идем по канализации, а там такие оборотни, что мама не горюй. Так, шахта пока не открыта. Задание. Мы же с вами что-то сделали, поэтому давайте заберем опыт и деньги. Замечательно. Какие еще вкусняшки у нас тут есть? Вот тут что-то. Награды за посещение. Забрать. Это что за книги? Редкий том. Слушайте, мне кажется, что эта книжка идет для прокачки героев. А здесь, ну, здесь новости, это понятно. Масштабное обновление. Золотая лига арены, новые языки. Это мы уже с вами читали в прошлый раз. В игре появились кланы. Угу, это все в декабре у них, да? То есть игруха-то вообще свежак, ё-моё. Игрушечка свежак, и это хорошо. Так, в магазин мы не пойдем. А все герои, ну и что вы мне тут показываете? Это тоже мне пока не нужно. Так, это мы забираем с вами. И идем, в конце концов, уже на миссию, на задание. Нам нужен уровень. Погоди-ка, в таверне. Ага, погодите-ка. А мы же с таверной с вами еще и пока не разбирались. Так, так.
Выберите героя. Давай-ка возьмем нашего Гарика. И что у нас тут моргает? Повышение уровня. Чтобы повысить уровень героя, жертвуй других героев. Да? Ну, если я, например, хочу пожертвовать, ну, вот этого. Ага, вот этого, вот этого и вот этого. Давай вот так вот. И, черт подери, две звезды. Черт, я не знаю, ребята. Я думаю, что они нам не пригодятся. Так, повысить. Повышаем. Ё-моё, новый уровень. Был четвертый, стал девятый. Нехило, я вам скажу. Так, это у нас повышение уровня. Тут также идет повышение ранга. Герой еще не достиг максимального уровня для текущего ранга. Понял. Что у нас здесь? Что у нас здесь? Так, улучшение навыков. Ага, вот как раз, смотрите, ребята. Книжечку. Книжечку я воткнул. Ну и попробуем улучшить. Испытание выполнено. Проклятый меч у нас получает второй уровень. Урон плюс 10%. Ага. Вот, ребята, вот для чего нужны были тома. Только у нас был обычненький. Тут еще есть эпический и, по ходу дела, легендарный. Красота. А что такое развитие? Увеличивает базовые параметры. Ага, развивая героев, чтобы увеличить их параметры и открывать новые навыки. Так, недостаточно ресурсов, понятно. Смешивание зелий каких-то. Ой, ёпрсоты, тут... Тут нам еще, ребята, разбираться и разбираться, что... Что я могу на это еще ответить? Ладушки, давай тогда здесь мы заберем с вами опыт. Опять же, деньги нам дают. Практически за все нам сейчас пока. Какие-то дают призы. Видимо, дальше будет все намного жестче. Ну что же. Погнали с вами, наверное, в бой все-таки. Да? У нас компания. У нас с вами подземные каналы Арнока. Мы здесь, по-моему, остановились. Да, именно тут. И уровень 2. Поехали. Так, ну что, команда у меня, в принципе, неплохая на данный момент. Вот единственное, что лучницу я бы заменил. Вот честно вам скажу, какая-то она здесь несуразная. Смотрите-ка, да? Прикольный чувак такой, блин, знаете, кого он мне напоминает? Саурона. Такой же шлем, блин, такой же здоровый чувак. Охренеть. Ну что же, а у нас пока всякие твари подвальные. Минус, замечательно. Так, давай-ка, лучница, не подведи меня, пожалуйста, радость моя. Ну. Так, хорошо, хоть что-то ты сделал, нормуль. Так, яд, отравили нас. Ну-ка, врежка вот этому вот подонку. По красоте. Ну, меченосец, не подведи меня. Давай, зажарь его. Прикольно они разыграли, мне понравилось. Ага, следующие шавки у нас тут. Давай-ка, привет из ада. Ё-моё, вот это вот Гарик у меня отжигает, а? По черноку, вот что я вам скажу. Он просто великолепен. Орк просто великолепен. Так. Меченосец тоже, несмотря на то, что у него всего две звездочки, ребята. Не забываем об этом. Так, Лурия топ на аренах и в подземках. Кто такая Лурия, я еще пока не знаю. Но стоит скоро посмотреть. Ай-яй-яй, ребята, у нас пониженная атака, посмотрите. Пониженная атака по всем. Почему так? Почему так, интересно? Кто их очень... Так, это мы что делаем с вами? Священное оружие накладывает на союзников бонус атаки 25% на два хода. Конечно, конечно. Обязательно. Особенно это хорошо делать перед боссами или сильными врагами. Так, нормулька. Что ты там, зов крови делаешь? Бонус скорости контратака? Неплохо. Да хорош ты. Какая еще контратака, блин? Колбасим. Минус. Давай вон ту шавку. Ага. Посмотри, вот они знают, на кого нападать. Естественно, нападают на лучницу, так как она самая слабенькая. Зато у нас повышенная атака. Ху, с удара. Давай, мечник. Ай. Да куда ты там свои когтишки-то против моих братанов-то выпускаешь?
Не бывать этому, давай, Гарик. Нахлобучил, молодец. Ну что же, мы здесь прошли довольно легко, хорошо. 9-й уровень, ребятушки, 9-й уровень. Совсем немножко осталось, чтобы у нас что-то там новенькое открылось. Победа. Так, начать, пока не будем начинать, я хочу кое-что глянуть. Хочу кое-что посмотреть. Ага. Тут рубины какие-то, это все понятно. Но не это меня интересует. Я хочу посмотреть, какой уровень нам нужен. Следующий, 12-й получается, да? И это будет большой зал. Я пока не знаю, что он делает. Но обязательно узнаем. Кстати, у нас есть 2 осколка. Давайте посмотрим, кто нам здесь выпадет. Ну, порадуй папочку, пожалуйста. Порадуй. Ай-яй-яй. Вышел у нас Йомен. Уровня 1-го. Я так понимаю, что это раса людей. Да-да, это стрелок. Я узнаю по каске. А интересно, а почему у него каска где-то сбоку висит? Я знаю, что они на голову их одевали, но у него тоже есть какая-то каска. Странно. Давайте следующего призывать. И... кто там у нас прибегает? Так, рейнджер. Ага. Слушай-ка, это чистый эльф. По-моему, даже темный. Судя по расцветке кожи. Ну, блин, я вот до сих пор вот просто не могу налюбоваться. Как они сделаны, эти персонажи? Вообще замечательно. Ладно, смотри-ка, что это за такой, простреливает ногу. Атака по врагу с вероятностью 20% накладывает штраф скорости 15% на 2 хода. Прикольно. Слияние. Ну, для того, чтобы сливать кого-то, нам нужны герои. И причем, как я понимаю, слияние у нас почему-то только одно. Это на реликвара. Да, и больше никого ему не... Ох ты. Вот это вот реликвар. Такой чувачок, да? Я вижу, что дядя-то шутить не любит. Да по нему и видно. По башке даст, наверное, мало не покажется. Да и вы посмотрите, сколько нужно героев для того, чтобы получить его. Посмотри. Какие-то палачи. А потом храмовники. Также еще ведьма. Причем это... катакомбы Нарбука. Я тоже хочу себе такого чувачка. Ладно, ребятушки, поехали. У нас... нам нужно 12 уровень с вами получить. Во что бы то ни стало. И тогда у нас что-то откроется. Поехали. Начинаем. Подвал, как говорится, будем с вами полностью разбирать. Ой, да тут однозвездочные хмыри. Я думаю, мы с ними справимся без каких-либо проблем. Просто возьмем и раздаем, и все. Так, ну-ка се. Давай-ка их в ад отправим. Уча. Иди отсюда. С таким тесаком, да, ребят. Охренеть, блин. Зазубренный такой. Так, а ты, шавка, сдохни. Так, хоть бы уровень повыше ставили. Да иди ты. А мы будем вот тут разбираться. Ох ты. Мы уже не в двоих стреляем, а в троих. А вот она в чем вся прелесть-то. Повышение уровня. Ай-яй-яй, лучница. Ну ты вот, вот, что не говори, но ты слабая. Очень слабая. Я буду тебя менять. Вот только найти бы мне персонажа хорошенького. И обязательно, ребята, заменю. Нифига с удара. Вот это круто. Так, зов крови, я не знаю, что такое зов крови. Я понимаю, у него тут повышается скорость, атака. А, и контратака. Вот оно что. Так, и здесь у нас хмырюныша, да? Слушайте, я так понимаю, вот эта вот пятерочка, это означает левел. Потому что Гарик у меня 10 уровня. Угу. Значит, у нас вот этот вот паладинчик-то слабоват. 1-го уровня, нафиг нам... надо, надо обязательно повышать. Иначе он слабый. Хотя он, честно говоря, даже на 1-м уровне колбасит лучше, чем у меня вон тот, извините меня, лучник. Так. А ну-ка, что это? Опа. Просто с удара снесла и все. Давай вот этого теперь. Отлично. Я так понимаю, ребята, вам игрулька эта зашла. Вы
Весь чат мне всеми комментариями забомбили, чтобы я продолжил ее играть. И, естественно, ребятушки, я не мог вас проигнорировать. И начинаем, как говорится, проходить эту игру. Так, ух ты, камушек нам достался и 1300 серебра. Ладно, едем с вами далее. Так, смотрите-ка, тут какой-то... Кто это такой? Троглодит. А, так это вот он, да, значит? С этим тесаком-то со своим. Блин, ну как же тут персонажи выглядят охрененно, а? Вообще. Блин, мне нравится. Ну что ж, давайте тогда наковыляем этим говнюкам. А почему бы и нет? Кстати, вот этот маг почему-то мне больше напоминает некроманта. Вот мага бы я бы себе, кстати, в компанию взял бы. Ух ты, как хорошо там их зажарили, а. Ну, сдох. Отличненько. Так, эти шавки тут у нас. Не могу понять, что у них там висит за сопля. Я вначале думал, что это бородка, но это, по-моему, я не знаю, кровавая слюна какая-то. Погоди-ка, погоди-ка, давай-ка мы вот так вот, массовый. Шикарно, только надо было мне... Эх, делать вот через вот этот, ребята. Естественно. Через усиление, священное оружие. Ладно, ну, эту-то мы добьем. Ага, бонус атаки тоже повесили себе на два хода. Ну давай, елки-палки. Хотят лучницу мне заколбасить. Не тут-то было. Минус. Давай вон ту добьем. Отлично. И вот это вот. Тух, сударчика. Ага, что я радуюсь, у нас еще тут бой. Так, ну-ка, в ад их всех. Просто троглодит снесло, блин. Как будто его здесь и не было. Минус. Так, вот этого хмареныша теперь. Оп. Отлично, молодец, меченосец. Хорошо подбомбил зов крови. Но это тебе уже не понадобится. Зов крови там. Будешь отдыхать здесь. Отлично, ребятули. Все у нас замечательно. Ох ты, это что такое? Это... Так, перчаточки. Атака плюс 15%. Но это нужен комплект из двух штук. Нет, я заберу, я продавать не буду. У меня много ребятулек, которые ходят без доспехов. Так, ну тут у нас, смотрите, уже потихоньку начинаются персонажи с двумя звездами. Так, я думаю, что, наверное, пора им показать, где раки зимуют. Фига, это что за чувачок такой? Фига, у него там цепь огненный, видно, какой-то адский чувак. Ай, как мне нравится, как же у меня Гарик жахает, а? Давай вон ту он, тварюгу. Да. Причем пишется, да, сильно ударил, слабо, мимо. Вот это мне нравится. Ну-ка, Гарик. Погоди-ка, а почему ты только по двум? Как-то странно, иногда по трем, иногда по двум. От чего же тогда это все зависит? Не знаю. Так, лечиться нам не надо, а вот... Повысить атаку обязательно. Давай, зажги. Тунт с ударчика. Нормулька. Что вы так любите зов крови-то свой призвать? Ах ты гад. Штраф не повесил. Ну, добьешь? Молодец, добила. Так, здесь у нас кто? Троглодиты. Шалупень, короче. Минусуем их. Погоди, а почему этот-то не сдох? Как-то странно. Видимо, рандомный, ребята, дамаг распределяется между всеми врагами. Поэтому, если по кому-то кританул, то это не означает, что по второму тоже будет пройден крит. Так, давай-ка. Замочили. Все, ребята. Минуту 16 буквально мы потратили на это дело. Быстро, быстро. Е-е-е, 10 уровень. Растем, как на дрожжах. Что такое? Открыто? Ох ты, открыто подземелье. Грозные боссы. Собери сильную команду, чтобы побеждать боссов в подземельях. Угу. Артефакты. Проходи подземелье и получай в награду легендарные артефакты. И развитие героев. Зарабатывай зелье, чтобы улучшать параметры героев. Перейти, конечно же. Это где у нас? Погоди-ка. Я понял, что в бой. Ну давай, хорошо, в бой. Ах, вот оно где. Ребятушки, вот оно подземелье. Ох, ёпарсы ты. Ядрёна ты вож.
замок лавового рыцаря. Кстати, это вот этот был чувак, да? С булавой такой, цеп огненный, которого я назвал адским. Вот он, дракон, на котором мы в первой части спалились. Гнездо паучихи, плата ледяного голема, лабиринт Минотавра, цитадель силы. Откроется во вторник. Ага, тут вот еще как. В понедельник. Слушайте, а куда же я тогда могу сходить? Ну давай предположим, что такое 6 минут 50 секунд, это что? Цитадель магии. Ой, ребятули, поехал я. У нее одна звезда, я думаю, что должны справиться-то. Так, давай возьмем так, так. Так. И вот, подожди. Так вот сделаем. И кого еще не хватает? А, вот. Погоди-ка, я не могу понять. Кого я не добрал-то? Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Ах, еще можно взять персонажа. Понял, 5. А ну-ка. Давайте хоть посмотрим, ребята, как это все выглядит. Что это за босс такой? Сейчас, я чувствую, мы тут отгребем по полной программе. А может быть и нет. Ах, да, до него еще дойти нужно. Понятно. Ну, давай, начнем. Что это? Что ты там делаешь? Не надо тут выделываться. Ну, вот здесь вот лучница Нормуль. Нормуль жгет. Так, ребятули, пора вам, по-моему, на покой. А тут вообще четверых могли бомбануть. Конкретный рандомчик. Ну, эх. Сейчас чувствую, будет попа нам. Черт подери. Ага. Так, бонус атаки. Это то же самое. Так, что же делаем? Мы с вами, наверное, давайте-ка усилим себе атаку. Вот так вот. И будем уже бомбить. Судара нафиг. Ох ты. Так, это вот у нас как раз вот этот вот демон. Что это такое? Гром. Атака по врагу с вероятностью 15% накладывает... Атака по врагу с вероятностью 15% накладывает штраф меткости. А вот это накладывает на свою... Ага, бонус защиты. Пока нам не нужен никакой бонус защиты, давай-ка проверим. Слабоват ты, демон, слабоват. Ну да ладно. Тебе простительно. Ты у нас новенький, да, в коллективе? Блин, я пока чувствую, до босса дойду. У меня уже будут ребятульки-то здесь покоцанные. Да успокойся ты, блин. Слушай, нифига, они с двумя такими... Сейчас еще завалят мне тут мою барышню-то. Так, пора жахать. Ай, как хорошо. Но слабо. Слушай, давай-ка добьем, наверное, вот так вот. А этого сможем добить? Молодец, Гарик. Ёпарасоте. А вот и босс. Что он там делает? Ну-ка. А ей пофиг, что ли? Нифига она себе там защиту положила. Давай-ка вот этих вот олухов для начала уберем, говорю. Ты посмотри, как она бомбит. Жиденько. Да ну, хороший. Что за такие телохранители мощные-то? Ну-ка, ты как... Ну? Ну добить-то что не смог? Штрафы какие-то. Погоди-ка, погоди-ка, давай-ка вот так, ребят, сделаем. Во! Ветер духов. И вот этого надо минусануть. Хорошо. Нет. Ёпарасоте, тихо. Так. А ей вообще пофиг. Да ну, быть такого не может. Стоит, как, не знаешь, неприкаянное сопротивление у него. Блин, защиту понизил, гад. А если мы вот так вот сделаем? Минус, отлично, ребятули. Так, она без охраны. Тихо, не надо, не надо, не надо. Ой-ой-ой-ой-ой, как у нас жизнь-то тратится моментально. Может быть, я зря ломанулся-то сюда, сломя голову. Ну, по крайней мере, посмотрим. Это вот, ребята, броня у нее, я так понимаю, да?
Что же мы будем делать? Хиляться? Кого хилять-то, блин, я даже не знаю. Давай ее подхиляем. Все, капсда, по-моему. Угу. А если я вот так вот сделаю? Вот, Гарик может, в принципе, справиться, наверное. Я хочу ее подбить, ребята. Очень сильно хочу подбить эту боссяру. А, она... Хера на щит себе вешает. Вы видели, что она... Она себе вот этот вот щит вешает. Радость моя, ты не припухла ли, а? Столько защиты-то себе влепила-то на радостях, блин. Ну... Блин, я боюсь, мы не сможем. Сейчас два еще чувачка у меня упадут, смотрите. Звездец. Остался только лишь Гарик. Один на один, как говорится. И сколько она еще повесит на себе таких щитов. Вы представляете, ребят? Ох ты, неплохо. Погоди-ка, давай-ка вот так сделаем. Оу! Блин, да чтоб тебе. Она с этим щитом, ребята, она достанет меня. Ты посмотри, сколько у нее дополнительной защиты. Я пока ее пробью, тут охренеешь. Она меня просто уничтожит сейчас. Да, вот тебе и босс, блин. А я еще радовался. Одна звезда, говорю, у нее, ага. Это вот с одной звездой она вытворяет такие плюхи. А что будет дальше? Ты посмотри. Атака по всем врагам. Магический щит. И это лишь только первый боссик ее простые. Ладно, ребятушки. Я был просто не готов к этому. Поэтому мне простительно. Давайте-ка зайдем в коллекцию. У меня там, по-моему, что-то есть, да? Перчатки я где-то находил, вот они. А ну-ка, надевай. Угу. Так, навыки, что у нас там по навыкам? По навыкам пока все хреново, вот что я вам скажу. У нас есть камня, две штуки. Камня, две штуки. Ну, вы поняли. Ну-ка, кто здесь придет? Ну, я сразу скажу, что это корм. Такой ужасный чувак, да? Это язык все-таки, ребята, висел. Фу, мерзкий какой. А ну-ка, кто здесь? Кто здесь, я спрашиваю? Ага. Вояку мы уже, по-моему, с вами видели. Ладушки. Блин, как же мне быть? А я хочу, ребята, победить босса. И что же мне для этого сделать? Как мне быть? Ох ты, елки-палки, награды за посещение. Что это такое? Кольцо? Кольцо я сейчас только что нашел. Хорошо, мы посмотрим, что это за колечко. Давай-ка дальше. Тут награды новичка. Ага. Вот они, перчатки-то где. Я не те перчатки одел, ребят. Награда за прогресс. Забрал. Редкий том получили мы еще с вами. Вот это хорошо. И последнее. Нет, новости мы уже смотрели. Что тут у нас? Так, перчатки. А что это такое? 99 дней. Чего? А, это кольцо. Чего, фракции нежити? То есть оно еще не всем подходит? Так я понял. Или подходит? Ох, ё-моё. Так, смотрим. Ребят, защита 12. Также еще защита дополнительная 5%. И атака на 4. Фракция нежити, действительно. Орды нежити. Надеваем? Надеваем. А, этот атрибут могут носить только герои из фракции орды нежити. Ага, вот тебе и надел, блин. Тогда вот это снимаем. Снимай давай. А вот это уже мы одеваем, ребята. Так, надеть. Слушайте, а у нас что? Блин, не хватает одного предмета. Только когда 4 предмета, ребята, тогда работает вот этот вот возможность высасывания жизни. Ну, вы поняли, наверное, да? Так, хорошо. Давай тогда мы немножко с тобой усилим вот эту барышню перчатками вот этими. Да-да-да, пускай надевает. Слушайте, а мы же можем еще вот тут вот улучшить.
Давай-ка мы улучшим, наверное. 10 попыток. Новый уровень. Давай еще. Слушай, почему-то не работает 10 попыток, вот сразу же. Давай-ка я вот так вот куда ускоримся. Так, попытайся улучшить артефакт 4 раза. Я получил достижение какое-то. Так, плюс 6. Блин, атака 34 всего лишь. Но зато крит удар на 1% подрос. Хорошо. Так, давай-ка вот эти вот перчатки мы с тобой тоже попробуем улучшить. Маленечко. Так. Шанс крита на 1% увеличился. А что дальше? Еще... Погоди-ка, ничего пока нету, да? Пока... Ага, на 2% уже улучшили. О, крит уровень 2%. Давай-давай-давай-давай. Добиваем-добиваем, ребята. А максимально можно на 25% улучшить. Да понятно, не удалось. Все, хватит пока, хватит. Слушайте, а где мне брать камни продвинутые, а? Кто мне скажет? У меня нежити нету? Почему? Вот нежить, это же нежить, да? И вот это нежить? А ну-ка посмотрим, он может носить вот это кольцо? Нет. Погоди-ка, какая нафиг это нежить? Это же стихия. А где мы можем с вами посмотреть стихию? Какая на какую? Я уже, честно говоря, и не помню. Знаешь, что у нас тьма — это обособленная стихия, которая не поддается никакому, как говорится, нападению. Ни со стороны света, ни со стороны, там, я не знаю, нежити, еще там чего-то. Тьма, она и есть тьма. То есть сама по себе. Фух, ну что ж, тогда ладно, ребята, поехали дальше бомбить. Давай компанию, наверное, добьем все-таки. Вот здесь вот осталось совсем маленечко у нас. Ну да, вот остался этот уровень и вот этот. А там уже посмотрим, что у нас появится. Немножечко надо окрепнуть, а уже потом идти на босса. Но я думаю, что за сегодняшнюю серию мы должны будем пробить этого босса. Во что бы то ни стало. Ну-ка, давай, Гарик. Неплохо. Давай-ка вот так. Отличненько. Ну так, уничтожишь? Нет, не получилось у тебя ничегошеньки. Так, отлично. Ребят, ну я специально не включаю автобой, не ускоряю скорость. Если вам не интересно вот это смотреть медленно, нудно, вы мне напишите в комментариях. Мы тогда с вами будем на ускорение. Давайте посмотрим, как это на ускорении будет смотреться все. Ну, в принципе, наверное, вот так вот можно ставить, да? Все, конечно, это довольно быстро. Так, ну-ка, троглодит, иди отсюда. Блин, не добили. А ты добьешь его? А, нет, все, нормуль, нормуль. Так, усиливаемся. Знаете, кого мне не хватает? Я вот сейчас сижу и думаю. Массового хиллера, который может отлечивать всех сразу. И не так по чуть-чуть, а конкретно отхиливать. Потому что вот этот паладин, он у меня хилит, но только одного. И причем так мало, и слабо. Так, Торгладитушка, пора тебе, наверное, отдохнуть, малька, да? Что-то как-то на ускорении слишком быстро все это делается. Я люблю смотреть, смотрите, упс, как он плавно и нежно падает в эту слизь. Е, 11 уровень, ребята, еще левел. И все по красоте будет у нас. Ух ты, у нас открывается арена. Соревнуйтесь с игроками со всего мира. Открывай бонусы для героев и зарабатывай награды. Зарабатывай медали, развивай большой зал и улучшай героев. Перейти. Я хочу посмотреть. Что вы мне сразу в бой-то, елки-палки? Ага, вот и арена. И клан у нас. А клан открывается, ребят, на 13 уровне. На арене ты сражаешься с другими игроками. Здесь доступно два вида боев: атакующие и защитные. Сначала собери команду, которая будет защищать твой бастион от других игроков. Защитные бои происходят автоматически, и ты не можешь ими управлять.
В атакующих боях твоя команда будет сражаться с защитными командами других игроков. Эти бои ты контролируешь самостоятельно. На вкладке «Атака» показан список твоих соперников. Обязательно проверяй вражеские команды перед боем. Некоторые из них могут быть намного сильнее твоих. Здесь показана твоя текущая лига и время до обновления рейтинга. Ага, понял. Так, защита. Здесь ты можешь выбрать команду для защиты. Постарайся подобрать самых лучших героев. Сильная защита обеспечивает быстрое продвижение в более высокие лиги. Собери команду защиты, чтобы начать сражаться на арене. Желаю удачи. Так, ребята. Сильных, а у меня сильных игроков-то нет, блин. Ну, давай возьмем лидера. Так. Блин, ну что ж делать-то? Ну, предположим, ребят, ну... Лучшего нет пока у меня. Фух. Так, это у меня будут защитники, да? А как у нас атакующие? Вот это вот? Слушайте, где? Где я? Блин, где тут? Не могу понять. Начать. Начать. Монетку, да я трачу? У меня 10 попыток. Найти соперника. Бронзовая лига. Жопа, ну это, естественно, только наши могут такое придумать. Слушай, я не могу понять, давай вот тут попробуем. Ой, он 18 уровня, один. Черт, 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 подери. 18 уровня, общая сила 1500, ну давай посмотрим, посмотрим. Что у нас из этого получится? У меня сила-то общая, ого, как у буйвола. Надо посмотреть. Стоит. А ну-ка, для начала вот так мы тебе впарим. Детский сад какой-то, я так думал. Не, ну лучше это вообще жесть какая-то. Так, божественный свет. Я понял тебя. А мы вот так сделаем. Да и пора прописывать, я думаю, ей, да? Опа, опа. По красоте. Что-то там призадумалась она. На тебе, привет из ада. Просто смыли ее. Ну-ка, давай посмотрим. Награда, это что такое у нас? Ага, медалька. А это у нас очки. Продолжить. Команда врага. Так, испытание выполнено. И мы можем с вами продвигаться дальше. Но ты посмотри, 23 уровень, 30-й. А вот это вот можно... Нет, нельзя. Да чё такое-то? А где тут послабже-то есть? У меня таких уровней ни у кого нету. 23-й, 22-й, 19-й. Хм. Я выставил себе защиту, называется. Да, ребята? Ее порвут, наверное, как тузи-грелку, блин. Слушайте, надо срочно идти на прокачку. Срочно просто-напросто. У нас, кстати, последний бой, и здесь, я так понимаю, будет босс. Поехали, 15 уровня. Он. Все равно порвем нафиг. А потом я все-таки хочу того босса завалить. Ту ведьму. Ту ведьму мы сегодня завалим, по любасику. Раскачаем, я потрачу все деньги, я прокачаю своего героя, но мы ее порвем. Так, троглодит упал. Теперь давай вот этого. Шикарно. Ну, мечник, не подведи. Ну, малорик пробил. Храмовника стоит качать? Я думаю, что стоит. Храмовник всегда был хорош. Если я имею в виду тот чувак, который с булавой ходит. Ну и в то же время он может, по-моему, хилять. Хотя, я не знаю, может быть, у них здесь другой какой-то храмовник. Так, ну что, давай добиваем, и нас там босс заждался, так ведь? Ну-ка, ё-моё, вот он. Устрашающие когти, да что ж вы все-то имеете массовую атаку, а? Собак этих нужно убрать с поля боя, они нам здесь не нужны, поверьте мне.
Минус одна псина. Давай-ка вот это вот. Заморозка? Откуда у тебя заморозка-то вдруг появилась? Радость ты моя. Ой, тихо-тихо. Блин, этот лучник сейчас упадет, чувствую. Так, пробили маленько. Жалко, у нас нет провокации какой-нибудь, да? Ну-ка, хильни-ка ее, пожалуйста. Она упадет, наверное, все равно. Ничего ей не поможет. Боевой призыв. В два смычка бомбанули. Сейчас будет бомбить. Ну, я так и думал, ребят, но... Это старая схема. Бомбит слабого персонажа. На, гад. Просто я хотел на три звезды пройти. Но не получилось. Слушайте, нам бы вообще пройти, но я думаю, пройдем. На тебе, привет из ада. Ага. Да ладно, что, серьезно что ли? Ох ты. Мечник у меня, ребята, упал, а. Блин, орк, ты, конечно, хорошо все это. Ну, почему такие слабые удары у тебя? Блин, добиваем, короче. Фух, ну что, ребята, продолжение истории, да ведь? Расправившись с ящеролюдами, команда перехватила королевского гонца. Герои потребовали, чтобы он отвел их в королевский лагерь. Посланец взмолился о пощаде и сказал, что ничего не знает о лагере. Он лишь получал запечатанные послания от таинственного рыцаря в катакомбах храма Нарбука. Выбравшись из канализации, команда продолжила свой путь на северо-восток. До катакомб было еще далеко. Ёпарасоте, нифига, ребята, награда, ты посмотри. Практически полный сет. И 11 тысяч серебра. Угу. Круто. Глава 3. Катакомбы Нарбука. Поехали. Наконец, герои добрались до храма Нарбука, который теперь стал святилищем Сайрата. Освещая путь факелами, они вошли в катакомбы. Вокруг зловеще завывал ветер, отовсюду доносились стенания мертвецов. Чем глубже они спускались, тем отчетливее становился измученный голос, взывающий к Люмае, богине света. Ёпарасоте, ребятуля, мы с вами попали в склеп в какой-то. В общем, нас ждет нежить и не нарадуются над нашими останками. Но мы с вами не лыком деланные, поэтому идем в бастион к себе для начала, да? И забираем все вот эти вот штуки, которые нам дали. Все эти задания, все эти плюшки, испытания, все это забираем. Деньги. Так, артефакты. Но этого пока у нас тут ничего нету. Секунду, секунду. А что же еще? Мы тут... Так, коллекция. Слушай, а что в магазине тут вообще, а? Бесплатно. Ага, осколок могу забрать. Отлично, спасибо большое. Уху-ху-ху-ху. Понятно. Донат тут жесткий, наверное. Ох ты, елки-палки, ребята, что будем делать? Что будем вставить себе? Или будем все-таки ставить вот сюда? Шлем одеваем. Также одеваем броню, вот она. Комплект должен состоять из четырех. Раз, два, три. Что нам еще можно надеть? Ага. Давай тогда снимем. Да, продолжить. А вот эту алебарду наденем. Так, ну что, ребят, посмотрите, сколько у нас здоровья почти на 1145 прибавляется. Атака на 67. Ах, мы еще можем щит. Сейчас, секунду. Это мы снимаем. Погоди-ка, вот это, наверное, лучше оденем. Да, с тремя звездами. И ботинки тоже с тремя звездами. Нам нужно... Да что ты... Фига, блин. Так, и надеваем. Кстати, перчатки тоже нужно надеть. Я их раскачивал, раскачивал, блин. Теперь приходится снимать. А вот эти одевать. Слушайте, ну зато у нас полный комплект. А почему вот эти вот ботинки у нас вот так отмечены, а?
Не знаю. Новые. И... А, все, ребята, видимо, что мы можем с вами вот эти поставить. Но, естественно, мы не будем это надевать. Ну, подождите, у меня тоже два щита есть. Но почему-то на щите вот не горит такая, да, фигнюлька. Ладно, хорошо, давайте улучшим маленечко, наверное, атаку. У нас деньги есть. Давай 10 попыток, якобы. Так. До пятерочки, да, наверное, ребят, с вами заточимся. До пятерочки. Хорош. Не, давай еще один разок. Все. Слушайте, наверное, вас это будет утомлять, да, ребят? Вот эти мои заточки. Скажешь, давай быстрее на босса вали. Да я сам, ребят, хочу, но поверьте, если я пойду не раскачанным, не улучшенным, он меня порвет. Вы же сами прекрасно видели, что он там делает. Как он там жарит не по-детски. Поэтому мне приходится обтачиваться. Я вам говорю, мне, наверное, может быть, даже придется все деньги потратить здесь. Но я его накажу. Так. Щит эпический. Это вам не простой какой-то там щит. Это эпический, вот так вот. Так, ну-ка посмотрим, что у нас тут. Так, тренировочный лагерь у нас открывается с 15 уровня. А здесь ничего нету. Осколок есть один. Ну-ка давай посмотрим. Призываем. Кто придет? Приди, манна небесная, хороший герой. Это кто такой? Ух, нифига. Шипоголовый. Ну, в принципе, погоди-ка, нифига у него навыков. А, ну он редкий, ребят. Правильно, редкий, 3 звезды. Вот это я понимаю. Так, а кто-то у меня? Ты у меня атака. Слушай, вот, наверное, ты со своим собратом мне пригодишься. А лучницу, скорее всего, мне придется, наверное, убрать, ребята. Да? Или не стоит? Блин. Вот тебе и заварушка. Кого же нам... Как же нам быть-то, а? Ну, у него 3 звезды, он крутой. А если мы сейчас на него еще оденем... Тихо, подожди-ка. Вот, давай оденем перчатки. Перчаточки. Так, щит. А согласитесь, вот эти вот перчатки, щит и ботинки, они вот прям вот подходят для орка. Так, погоди, погоди ты улучшить. Какой... Ну, ладно, улучшим. Я вообще-то хотел просто надеть. Вот, одевай. Угу. Так, у нас книжки какие-то же вроде бы были, да? У нас были книжки. Где-то мы можем с вами улучшать своих персонажей. Так, все герои, кланы, испытания, задания. А это что у нас тут за счет идет? А, это время, что мы с вами провели в игре, да? За это получают тоже плюшки. Хе, прикольно. Ну давай, призываем. Смотрим, кто нам тут достанется. Так, это у нас кнехт. Кнехт какой-то. Ну, слабенький, слабенький, видно сразу же. 1 звездочка. Так, давайте сделаем... Блин, слияние. Где же мне это-то? Где же я могу улучшать-то своих персонажей? Совсем забыл, ё-моё. Так, в коллекции. Нет, не в коллекции. Или в коллекции? Так, таланты. Таланты это не то, навыки. Это, по-моему, тоже не то. Хм. Куда же? В таверне, что ли? По-моему, в таверне. Да, ребят, в таверне. Ну, давай попробуем вот этого вот чувачка улучшить. Шипоголового. Будем... Слушай, а вот что ты... Магический отвар дает опыт героям... Чего? Всех элементов. Герои магии могут получать дополнительный опыт. Герои магии. А у меня нет таких. Мне... Слушай, а как мне, например, его использовать? А, вот. Сколько? Это с одной кружечки он сразу до 10 уровня скаканет? Вы что, серьезно, что ли?
Фига ты, парень ушлый. Так, ну-ка, серьезно, давай-ка мы сейчас... Улучшение навыков. Так, погоди-ка, ты у меня не главный все-таки. У меня главный это Гарик, поэтому дайте мне Гарика сюда. Или же мне лучше прокачать... Черт, я не знаю, я запутался, ребята. Я запутался в плане того, что... Не могу определиться с героем. Боевая жрица. Давай-ка мы тебе... Вот так сделал. А если я еще чашечку? 13 уровень, да? Тогда мы вот этого скормим. Этого, этого и вот этого. 15 и вот этого. А, недоступно. Хорошо. 15 уровень она получает. Угу. 15 уровень. Так, улучшение навыков. А если вот этот вот, мы можем улучшить? Нет. Только лишь вот это, я так понимаю, да? Ну-ка, проверим. Улучшить. Булава, да? А, нет, лечение 5%, ребята. Круто. У тебя нет томов. Я понял, что нет томов. Увеличивает базовые, это все понятно. Слушайте, мне нужно, наверное, ребятушки... Улучшить меченосца, скорее всего. Ну-ка, давай сделаем. Я знаю, что лучница это профанка полная, ее, на нее даже лучше сейчас не тратиться. Вот чувствую просто нутром. А вот в этих вот стоит вложиться. В крайний случай он, ребята, пойдет у меня на корм. Слушайте, это же как выдал героях. Да-да, мы можем его прокачать, а потом стопудово его скормить. Если он нам не нужен уже будет. Ну вот, уже я думаю, что мы можем с вами дать отпор. Так, поехали. Здесь мы с вами закончили. Кстати, секундочку, мы с вами перешли на третий этап, так ведь? Да, катакомбы Нарбука. Вот сижу и думаю, идти ли нам в катакомбы или все-таки попробовать на босса сходить, а? Блин, я хочу на босса сходить. Черт подери. Было, не было, ребят, все, я пошел на босса. Только знаете, что я сейчас сделаю? Не на цитадель тьмы пойду, а вот давай сюда вот, арканы. Погоди-ка, а у нас цитадель магии была, да? Да, почему-то она уже закрыта. Плата ледяного голема. Насколько интересно он крутой. Смотри-ка, ребята, тут можно камушек какой-то выбить классный. Ну что, давайте посмотрим на этого голема. Поехали. Угу. Блин, доиграюсь, по-моему, я сейчас тут. Убираем вот этого и ставим вот так. Слушай-ка, погоди-ка, а ты же у меня защитник, иди-ка ты первым. Вот так вот мы сделаем. Фух, ребятули. Ну, как говорится, была не была. Либо мы, либо нас. Фух, сейчас будет жесть, чувствую. Твою маковку. Ну, мы, по крайней мере, уже с вами крепкие парни. Не какие-то тут дрищи. Четвертый уровень просто падает у нас. А ну-ка посмотрим на этого шипоголового. Молодец. Разрубил просто-напросто. Так, до сих пор еще четвертый уровень. Ну-ка, жги. Ой, по красоте как бомб... А что это у тебя? Герой атакует врага 3 раза. Ага, а это накладывает на себя бонус критического шанса. Угу. Не, давай-ка просто бомбанешь вон того чувачка. Молодец. Так, лучница, не подведи. Ну ладно, сгодится. Давай вот этого добьем. Так, кого там? Слушайте, я так понимаю, тут нет, не имеет значения, да? В какой, где у тебя стоит персонаж. На заднем плане, на переднем все равно не атакуют. Ух ты, молодец. Доминирование. Да ну нахрен, ты что делаешь-то? Ты посмотри, сколько он с удара отнял у него здоровья. Доминирование, блин. Ты сейчас, блин, устрою доминирование. Так, ребят, по-моему, босс, да? Ёх, нихера он.
Блин, ну как же прикольно сделано, ты посмотри. Такой, знаешь, он действительно как морозный чувак. Йод он. Давайте хоть почитаем, что он делает. Ну, естественно, атака по всем врагам. Я надеюсь, он не замораживает нас. Атака по всем врагам накладывает штраф меткости 50% на 2 хода. Замечательно, лучше не придумаешь. Атакует всех врагов каждый раз, когда здоровье ледяного голема падает ниже 75, 50 и 25%. Эта атака воскрешает погибших союзников со 100% здоровья. Игнорирует 50% защиты каждого врага на каждого живого союзника. С вероятностью 20% накладывает заморозку на один ход. Шанс наложить заморозку увеличивается на 40% за каждого живого союзника. Да вы что, вы издеваетесь что ли? Вы что, серьезно? Вы вот это вот сейчас серьезно показали? Ёпрсеты, ой, мамочки мои, сейчас будет бобо. Бобо, вот точно вам говорю. Слушайте, нужно этого Йотуна валить. Йотуна, ну ледяного голема, вы поняли. Нет смысла валить вот этих вот говнюков, а может быть и есть, но он все равно их воскрешать будет. Понимаешь, вот в чем проблема-то. Ну и замораживать он будет. Черт, я не знаю, что делать. Ну ёпрс, ну что ты? Ну Вася, ё-моё. Отдуплился Васенька. Васенька отдуплился, блин. Ты смотри, что он шутить. Он шутить не любит, я уже понял это. Нет. Да, да-да-да. Три раза говоришь, да? Бомби его. Раз, два, три. Ну, половину здоровья мы отняли, но этого я чувствую, ребята, очень мало. Что это такое? Ох ты, а вот это хорошо сигануло его. Холодная месть. Бам! Двоих заморозил, да, гад? Гад! Слушай, ну тут действительно боссы как боссы, ё-моё. Шутить они не любят и не будут. Вот что я вам скажу. И мне это охрененно нравится. Вы не поверите, мне это просто охренеть как нравится. Что боссы действительно здесь как боссы, не какие-то тут дрищи, лохандре... лохошпеды. Гарик, как думаешь, мы с тобой выживем здесь, нет? Я тоже думаю, что нет. Но попытаемся. Да ну нафиг! Заморозка не сработала, ха-ха-ха. А он сейчас звезданет. Угу. И, по-моему, хана нам. А если вот так сделаем? Бонус скорости. А мне поможет ли это бонус скорости? Сейчас второй звезданет и... Звездец, ребята, ну почти. Оу, такие довольные, радостные. Фух, ну что я вам могу сказать? Ну это пипец просто. Это просто пипец. У меня пока других слов нету. Я лишний раз убеждаюсь в том, что я просто дрищ. Пока еще. Просто дрищ. И, наверное, мне надо просто проходить кампанию в тихомолочку и никуда пока не суваться. Поехали в катакомбы. Пройдем хотя бы первый уровень, блин. Жесть какая-то. Ну, боссы красивые, красиво сделано, все. Мне нет слов. Даже придираться не буду. Так. Да у меня герои еще такие, блин, вот это две звезды, и это тут лошпенка тоже ничего толком не может сделать. По крайней мере, поначалу, да, все отлично. Но сейчас, вы посмотрите, враг-то становится все круче и круче. Блин. С удара, вот это хорошо. Ребята, это все-таки нежить. Это вам не хухры-мухры. Блин. Мне надо было вместо лучницы взять этого. Ой, забыл. Шипоголового, ребят. Шипоголового нужно... Так, секунду. Давай вот так вот сделаем. Ага, хорошо. Нет, давай так пробьем. С удара. Блин. Слушай, ну она мощная, эта жрица-то. Так, тихо, добьют. Вот все-таки добьют. Ну, естественно. Холодная хватка. А почему холодная? Вы же вроде бы... Не какие-то тут морозные големы, чтобы у вас была холодная хватка. Че там делаешь?
Так, это какие-то, я не знаю, жрицы тьмы, что ли? Начинают тут мне шутить. Так, скелеты. Блин, Гарик, ты, по-моему, все, сдулся. Ты уже не можешь наносить нормально урона. Ты крепкий парень, да, но урон у тебя сейчас уже, ну, никакой. Никакой, к сожалению, у тебя урона. Но он крепкий зато, ребята, он крепкий. По крайней мере, из всей толпы на боссе выжил только он. Это означает, что да, он крепкий парень. Ага, хорошо. Так, заморозка какая-то. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас ты допрыгаешься мне здесь. На-ка нафиг, в бубен. Расшипелилось тут. Ну, давай вот этого прожарим. Прожарили, блин. Слушайте, я также хочу вот эту вот дополнительную защиту иметь. Стопудово какой-то герой должен быть, который дает. Что ты там делаешь, хмареныш? Какой-то шаман. Или у него маска, ребята? Или это мертвец? По-моему, у него маска была. Так, ну что же. Первый уровень прошли. Ое! Вот он, 12 уровень-то. И что же нам открывается? Открыто большой зал. Мощные бонусы. Используй медали, полученные на арене, чтобы открывать бонусы для героев. Развивайся быстрее и обходи врагов. Да? Ну, давай посмотрим, что это такое. Большой зал, уровень развития 0. Так, очки арены 910, хорошо. И что же я могу сделать? Так, секунду. Ага, это для каждой фракции, да? Это у нас тьма. У меня, по-моему, героев тьмы еще нет ни одного. И, наверное, никогда не будет. Шучу, конечно. Так, ребят, кто у меня... Ага, по-моему, ветер. Попробуем увеличить. За медали, блин, а сколько медалей у меня? А, угу, у меня одна медалька, понятно. За каждый выигрыш на арене ты получаешь одну медальку. Понял, ребята. Так, давай-ка посмотрим, кто у нас здесь выбежит из телепорта. Ну, давай, беги ко мне. Ёпрсте. Ага, это у нас болотник. Ну, болотников мы с вами только что в канализации валили. Как вы видели, не настолько они и крепкие, но... Как же ты мерзко выглядишь, ёпрсте. Где у тебя глаза-то? Или у тебя чисто ноздри? О, ужас какой-то, блин. Блин, древний осколок, темный, сакральный. Да, ребятушки, это все будет. Будет у нас все, но потом. Ну что же, давайте, наверное, мы с вами на этом будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр, а уже в следующей серии подкачаемся и пойдем, наверное, на боссов. Ну, или они нам, или мы им. В общем, там уже все будет видно. Ну, а на этом все. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.